кабина зажглась, это встречная, видишь, свет загорелся. Мотор. Опа. Так он за поворот. А, да. Все, я понял. Вот этот, что там стоит на вот этих путях слева? Муха. Выключено. Да. Ну и славненько. Че, каков план действий? Опа. Че, погудело. Ждем, пока он проедет несколько вагонов? Хотелось бы. Ну ладно. Он нас не увидит, я кабину, блин, еле вижу. Давай, запрыгивай. Нет никого. Да. Это с самого вокзала. Нет. Хуй его пойми. Ой, ты куда? А слезу, потом залезу, почему нет? Пойду к хопперным составам. А? Я пойду к хопперным вагонам. Ой, я тоже.
потом как стартанет, легче будет забираться. Блин, вообще не души, только мы четыре раздолбая тут ходим. Думаем, куда же поедет, блядь, этот состав. Чего? Ух, смотри, с подсветочкой. Да. Да а ладно. Что, не знал на Кунцево? Я... На Кунцево, да вроде нигде не подсвечивают, а тут подсвечивают. Офигеть. Конечно, конечно, беспалено на этой дороге, смотри, как видно. Ай, ну все, он там возьмет телескоп и будет нас высматривать из задней кабины. Знаешь, лучше вообще нигде не понять. Я не вижу, например, я нихера не вижу. Вот ты видишь, где голова? Ты понимаешь, что мы освещены. Нет, все равно вот, не видно. Буферник горит. Да, вот именно. Ну ладно, нет, я, конечно, не знаю. Ты будешь взять электричку? Да, конечно. Нет, нет, просто голова, видишь, она в повороте. И по идее, если кто-то излучается, то нужно заподозрить что-нибудь. Тем более его не видно вообще уже, он внутри здесь, он уже будет. Но я, наверное... Не, смотрю просто, что тут у нас по контенту. А-а, пустота. Скорее всего, порожнее идет. По крайней мере... Ну да, с хоппера. Зеленый загорелся. Ну я же сказал, что открыли. А там желтый мигающий. Сейчас он стар... Да, я вижу, а сзади тебя так зеленый. Он по неправильному. Так он может по этому поехать, по этому направлению. А он по неправильному. Я понял. Он по неправильному едет, потому что вот этому все преградил, нет, походу. Нет. Пути. Мне кажется, что ремонтируя пути, он ждал, когда вот эта встречка пройдет. Открыли же после встречки. Ну, хер их знает, что у них там. Ну, само собой. А? Хотя, по-моему, он плавненько так стартует. Ладно. Что, будешь туда перелезать? Отель. Я да, само собой. Ладно. Осторожно. Я понял. Да ты потому что надо бежать за составом, а потом загасать скорость. Ты же не сразу вот так вот подходишь к составу.
берешься за поручень и не едешь. Ты же с ним бежишь еще какое-то время. Лол. На Москву, кстати, едет. Хуя. Да. Уверен? Где на Москву? По-моему, пошел. А, это... А, там еще один съезд. Да, все правильно. Не нашли? Смотри, одни полувагоны. А я не знаю, уголь ли в них. Ладно, они ходят весьма часто. Что? Мы не поймаем. Не-не-не, они вряд ли тут встанут. Следующая остановка Кубинка 1. Осторожно, двери закрываются. Ага. Быстро. Нихуя. Одни бочки. Нет, вот там было вагоны, но, бля, они нам не светят. Тормози! Попытаюсь.
вам, вот, вот это, вот сюда. Так, я даже не знаю, давай ты с этой стороны, потому что ты более темный, а я посветлее, а тут вроде палево меньше. Сразу такая двойная же. Ну, выше вместе, я не вижу. Да, да, да. Вот оно какое наше лето, лето яркой зеленью одето, лето жарким солнышком согрето, дышит лето ветерком. Да на следующий, на следующий! Стой! На следующий, прется туда. Что не надо сразу спрыгивать с состава как ненормально. Нужно сначала бежать за ним, держать за ручку, а потом давай, когда. Давай еще раз. Я сейчас допустил ошибку. Какую? Вот. Ты уже третий раз ее допускаешь. Ты сразу спрыгиваешь с состава как ненормально. А нужно на нижнюю подножку встать, разогнаться до уровня состава и только потом отпускать ручку. Ага. А то есть вместе бежать, да? Да, вместе с составом, так же, как и заходишь. Только наоборот, в зеркальном отражении. Мы далеко от этого города. От Ржева мы уже в Ржеве. Где по-любому? Свобода разъема.
Красный. Зеленый загорелся. Все. Ладно, тогда давай в третий. Третий, понятно. Пойдем. Пойдем. Идите. Давай, давай. Залезай, быстрее, тебе говорят. Он смотрел прям как раз, как мы залезали. Да? Да. Я же говорил, надо было подальше.